Сделай обзор на Дусю. Во-первых, это вам не игрушка, да. Но ее можно складывать и надувать. Она любит танцевать. Эй, Макарена. И с помощью нее можно пародировать моего батю. Усатый и вонючий. Кать, я руку нашел на кладбище. Что ты врешь, она фальшивая. Она двигается. Что? А Дуся, нравятся мальчики? Тебе нравятся мальчики? Да. А что вы делаете вместе? Че? Это неприлично. Стой! Давай, 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 давай. Так, закрываем. Сейчас я буду двигать бутылку силой мысли. Смотрите. Оп, оп, оп. Пошла, 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 пошла. Офигеть! Если она живая, то положи ее на стол и пусть сама бегает. Без проблем. Стой! Но с тебя лайк и подписка. Дуся, спать? Молодец. Кладем на стол. Ко мне. Давай, 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 давай. Смотрите, пошла. Молодец, молодец. Давай, давай, давай. Умничка. Все получилось. Офигеть. Кать, тебе побриться надо. В смысле? Я брилась. А усы? Да, девушку, похожую на тебя. Она была красивой? Так, если я отвечу... Да? И чё ты на неё смотрел? Не то. А если я отвечу? Нет. Значит, я тоже некрасивая. Блин. Чё ты молчишь? Выходи за меня.